камера подбирается ближе для лучшего обзора. Первые кадры гнезда, похожие на проникновение в иной мир. Основные несущие конструкции, кажется, сделаны из живых муравьев. Миллионы лапок сцепились в длинные тросы и стойки. Там, где они расходятся тоннелями и шахтами, толщина удвоена. Крошечные крючки прочно держат живые стены. По мере продвижения в камеры вглубь муравейника, вид становится все более инопланетным. Колонии муравьев-легионеров разделение труда достигло своего пика. Здесь трудятся стражи, уборщики, воины и нянечки, и все они приходятся дочерьми царицы-матки. Они трудятся во имя единой цели – выращивания сотен тысяч коконов, в каждом из которых ждет пробуждение их будущая сестра.